Ну что ж, всем привет, ребят, добро пожаловать. Надеюсь, со звуками и с картинкой все хорошо. Если что, пишите. И давайте продолжим проходить Fire Emblem Warriors. Впереди у нас 11-й эпизод. Так. Героические линии крови. Благодаря новому договору с Листарским Альянсом, Эдельгард может обрушить свою мощь на королевство. И хоть за это приходится платить немалую цену, ее сила неуклонно одерживает верх. Но королевство не остается в стороне. Димитрий объединяет западных лордов в главе с домом Доминик. Кровью одного из 10 элит. Последние попытки остановить империю. Нет, брат. Что угодно, но только не это. Ты не можешь навязать реликвию, Аннет. Да успокойся. Я всего лишь дал ей право пользоваться ею. Я не посылаю ее мчаться прямо в пасть врага. Да все в порядке, папа. Я знаю, что я единственная, кто сможет это сделать. Сам факт появления человека с гербом Доминика и нашей реликвии поможет улучшить моральный дух каждого. Я чувствую стыд, что мне приходится возглавлять на тебя такую задачу. Когда она должна была пасть на плечи моего трусливого сына. Да, я сомневаюсь, что мы можем надеяться на то, что Симон вернется и будет использовать реликвию, учитывая, как быстро он нас бросил. Похоже, я плохо его воспитал. Я должен был дать ему понять, как нашему дому удавалось существовать так долго, не умерев с голоду и не замерзнуть. Салар, так и должно быть, как бы. Ну ладно. Несмотря... Так. Не грусти так, дядя. Я с радостью понесу это время, пока Симон не вернется. Аннет? Хватит, отец. Перестань волноваться. В конце концов, это ничто по сравнению с тем, через что приходится проходить солдатам на фронте. Так много людей сражаются и умирают там. Некоторые из них — мои хорошие друзья. Я не собираюсь прятаться в безопасное место, пока они борются. Особенно, когда я нахожусь
в лучшем положении, чтобы помочь. Прости меня, Аннет. Если ты почувствуешь хоть какую-то опасность, дитя, обещай мне, что ты побежишь. Я не переживу твою потерю, если я тебя потеряю. Я знаю, отец. Поэтому давайте все просто постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить наши земли целыми и невредимыми. Понятно, Салар. Постараюсь запомнить. Чем больше мы подходим к территории Блейдедов, тем с большим сопротивлением мы, скорее всего, столкнемся. Лорды, что окружают столицу, наиболее лояльны короне. У нас есть Герайнт, Эйнт, Берайнс и Беллиниус. Неизвестно, что выберут эти дамы, подчиниться или быть уничтоженными. Как бы то ни было, мы не можем просто игнорировать их, пока мы пытаемся идти на столицу. Мы должны захватить контроль над каждой из их земель и закрепиться там, прежде чем идти дальше. Альянс по-прежнему делает все, что мы от них ожидаем. Так что на этом фронте никаких изменений. Так что до тех пор, пока мы продолжаем затягивать тиски вокруг королевства, мы обязательно сможем достигнуть цели. Вашего Величества. Рад слышать это насчет Альянса. Значит ли это, что война скоро закончится? Я чувствую, как наступает... Нет, я чувствую, как появляется какая-то серьезная мотивация. Ну, в таком случае... Нет, нет, неважно, мотивация пропала. Было близко, Бернадетта. Ты чуть не попала на передовую. Что касается меня, ну, ты знаешь, что нужно делать. Просто поставь меня прямо на передовой и дай мне возможность начинать все крушить и ломать в округе. Все понятно с тобой. Ну, мы еще посмотрим, кто больше всего разрушит всякого Каспар. Я не позволю тебе затмить меня.
Наблюдай за мной, пока я буду приносить славу Бригиду и Империи на поле битвы. Интересно, смогу ли я найти достойного жениха до тех пор, как закончится эта война? Она прям... Да. Каждый думает о своем. Ну, конечно же, Доротея, ты же замечательна. Ладно, достаточно. Очень легко ослабить бдительность, когда конец близок. И мы не можем стать... Нет. Стать жертвами этого. Сохраняйте дисциплину. И вместе мы сможем взять будущее Фолдена в своей руке. Не беспокойся, Эдельгард. Мы готовы довести все до конца. Ну что ж, давайте начнем с того, что позаботимся о враге, что перед нами. Знаете, такое чувство, будто это последняя глава. Ну, кого я обманываю? Конечно же, это будет не последняя, возможно, предпоследняя. Но да. Конец близок, походу. Походу, я смогу до конца сентября закончить одну сюжетку. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения касательно того, как приготовиться к битве? Так, ребят, что будем брать? Первое предложение. Работать с ближайшими городами, чтобы закупить лучшее учебное оборудование, лучшую экипировку для учебы. Эффект можно приобрести материалы для расширения тренировочных площадок. Ну, хз. Инвестировать в гильдию батальонов, чтобы улучшить ее репутацию. Так, эффект. Можно приобрести материалы для расширения гильдии батальонов. Ну, хз. Так, позовите ближайшего торговца и продайте излишки товара. Можно продавать товар по более высокой цене. Что скажете? Ну, плюс-минус все бесполезно, если честно. Ладно. Берем первый. Мы будем действовать в соответствии с этим планом. Я рассчитываю на вас всех. Так, ребят, чем займемся дальше? Пообщаемся с людьми в лагере? Или пойдем сражаться? Так, начнем, конечно, с Лейси. Понятно. А, вот и она. Но. Ты выглядишь озадаченной. Что-то не так? Я просто чувствую себя странно.
все были гораздо более приветливыми, чем я ожидала. Никто не испытывал ужаса передо мною. Так, что любит Лейси? Своего отца, Мичи, надежных союзников. А чтобы ей доверяли. Что ей не нравится? Ничего. В смысле я не могу это ей... А, нужна ранг, все. Все, отлично, отбой. На тебе цветочек. Все, ребят. Начинаем. Пикапить ее. Отлично. Оу. Ребят, погнали. Хочешь пойти покататься? Ладно. Так, ребят, куда пойдем? На равнину, в лес или к... ручью? К реке. Скорее. Кстати, по идее, сейчас у нас получится наконец-то четвертое место открыть еще. Да, все-таки это странно, учитывая, что это ГГ предыдущей части, за которого ты играл. Так. Вы приехали на берег захватывающего дух озера. Спокойство густо висит в воздухе. Ты прямо... Нет, вы прямо чувствуете ее на вкус. Всегда хорошо иметь поблизости источник воды. Так, ну потом мы сделали перерыв. Ну, пообщаемся. Я надеюсь, что все наши союзники выживут в этой войне. Сказать, что наивно надеяться на это. Сказать, что вы все прорветесь. Или кивнуть. Да прорвемся. Впервые. Да, Вилден, привет. Бывает. Все-таки второй. Мы не сможем осмотреть ее. Все. Меч дается мне как-то естественно с первого момента, как я только взяла его в руки. Чего? Сказать, что это была чистая удача, что вы победили. Кивнуть. Поделиться своими собственными воспоминаниями о первом мече. Третий. Отлично. Личные новости. Что ей не нравится, что ей нравится о ее доме, о ее друзьях.
или о ее прошлом. О чем спрашиваем? Понятно. Разные ответы у всех. Я помню все наши бои. Ты, наверное, единственный человек, которого я когда-либо боялась на поле битвы. О как. Сочувствовать. Быть шокирован. Шокировано. Или же чувствовать себя смущенным, растерянным. Отлично, 2-1-3. О, 1. Отлично. Спасибо. Это было что-то новенькое. Эх, потыкать не дали. Я думал о том, что нужно было бы сделать для того, чтобы открыть заново офицерскую академию. Когда война закончится, конечно. Это будет совсем не похоже на то, как было раньше, но все же. Эдельгард и Фердинанд были полны энтузиазма, когда я предложил это. Они сказали, что сразу же начнут готовиться. Они действительно хорошие дети. Понятно. Я смог выполнить свой долг перед Ее Величеством благодаря тебе. Это правда. Мы были не ш... Нет. Мы бы ничего не смогли добиться, если бы только нас было двое. Разве это не так, Рэндольф? Точно. Мне повезло, что у меня такие замечательные союзники. Теперь я смогу сделать так, чтобы у мамы была легкая жизнь. Мы через многое прошли. Но я рад, что мы работали так упорно, как работали. Плечи. Молодцы. Да, Рэндольф и Флетчи теперь действительно могут постоять за себя. Они оправдывают ожидания с тех пор, как Эдельгард назначила их частью наших основных сил. Рандольф, может быть, и не берглец, но он действительно устраивает впечатляющее шоу. Они вдохновляют. Им еще предстоит пройти долгий путь. Салар, ты про последнюю фразу Каспара? Может быть, а может и нет. Хотя, блин, это же Nintendo of America переводил, так что да, в японской версии там было бы написано совсем другое. Все правильно. Тогда я должен идти в ногу со всеми. То же самое касается и тебя, знаешь ли? Совершенно верно. Я должен продолжать работать усерднее.
Эй, я ец. Добытчик номер один из наемников Джеральда. Приятно познакомиться. Есть ли у меня брат? ХЗ. Я всю жизнь был один. Почему у тебя такой вид? Будто ты увидел призрака. Я что-то сказал? Не то? О, Лунар. Болеешь? Выздоравливай там. Мы продвигаемся дальше на север королевства. Там очень холодно. Когда мне холодно, я двигаюсь медленнее. Это опасно, если я использую оружие неправильно. Хотя все остальные потрясающие. Я не могу делать то же самое. Окей. Лунар, правда? Точно. Воу, имперская армия просто невероятная. Все такие смелые, и они побеждают в каждом сражении. Армия Альянса в растерянности. Как действовать дальше, поэтому я пришел доложить и извиниться. Окей. Наемники Джеральда. Бесчисленное количество раз вставали у нас на пути. Поэтому, думаю, излишне говорить, что у меня смешанные чувства по поводу того, что они присоединились к нам. Сказать, что вы рады этому, или же сказать, что у вас тоже смешанные чувства. Ну, Лунар, обязательно зацени. Я в течение недели выложу этот игрофильм по Xenoblade на Ютубе. Смотри на досуге. Может, как раз присоединишься потом, когда будем проходить DLC. Сейчас на этих выходных будем проходить сайды парочку. Потом дополнение. Потом первую часть. Ну, да, можно и на Твиче, но если удобнее на Ютубе. Да, я тоже. Я напрягаюсь всякий раз, когда вижу, что они слоняются по базе. Правда? Надеюсь, я скоро привыкну к ним, но мы никогда не можем быть слишком осторожны. Ой, да не парьтесь вы, нормально все будет. Да, определенно странно брататься с нашими заклятыми врагами. Но преодолевать такие разрывы, пропасти, это все часть веселья. Да, все ради веселья, Алоис. Полагаю, ты не понял каламбура, да? Нет. Видишь ли, это игра слов, заклятые враги и преодолеть разрывы.
Так, и в чем тут шутка? Архбрили. Да нет. Арка и мост. И в чем шутка? Типа, окей, ладно. Ну, это Алоис, ребят, у него такие шутки всегда были. Ну, что ты думаешь? Я действительно оттачиваю свои навыки шуток последние 2 года. Это было настолько глубоко, что да. Я не понял, где смеяться. Привет. Надеюсь, ты не против, что я не напрягаюсь тут. Мы часто оказывались в меньшинстве или в невыгодном положении, когда сражались с имперской армией в прошлом. Но теперь, когда я работаю на них, мне больше не нужно беспокоиться об этом. Выражать удивление, кивнуть. Я понял. Мертвый наемник не может взять на себя много работы. Именно это я и хотел сказать. Похоже, что с этого момента работа пойдет гладко. О, ребят, наш друг. Приветствую, командир. Нечего докладывать. Никто еще не пытался пробраться через эти врата. Но по мере того, как мы углубляемся на вражескую территорию, неизвестно, как долго это может продлиться. Если наш враг появится, клянусь. Да, если появится наш враг, клянусь, они не пройдут мимо меня, по крайней мере, я надеюсь. Кстати, интересно, а что со стражником в новом Fire Emblem? Учитывая, что он один из самых популярных персонажей, наверное, он там будет тоже. Будет какой-нибудь его брат из другой вселенной или что-то подобное. Хотя, стоп, учитывая там систему призывов, возможно, мы сможем призвать стражника из этой части. Как из этой, там все сложно. Но да. Когда я услышал, что Империя собирается на войну, я, честно говоря, понятия не имел, о чем они думают. Но теперь я вижу, что наша победа продолжает подталкивать нас ближе к нашим целям. Я очень рад, что мы зашли так далеко. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, особенно для того, чтобы помочь почтить память моих друзей, что погибли в боях. Это хорошо. Кстати, мы же Юру вербовали, я совсем забыл про него. Бальтас, Констанция, Хаппи. Да, все обычные подозреваемые здесь. Еще 2 года назад я жил с ними под землей и был частью дома пепельных волков. Спросить о пепельных волках. Подразнить его по этому поводу.
Да, Астер, да я сегодня ночью, возможно, уже начну выкладывать первые эпизоды, так что на YouTube, если что, все будет. Ты хочешь оба варианта? Увы, нельзя. Пепельные волки. Я что-то не помню такого дома в офицерской академии. Ну, это называлось дома, но домом, но на самом деле это был дом для молодых, которым больше некуда было идти в этом мире. Это было очень удобное место для людей с особыми обстоятельствами, такие как мы. Таких как у нас. Так, правильно. Напряжение на границе между королевством и альянсом растет. Это значит, что торговля на севере сейчас тухлая. Никто не хочет быть втянутым в боевые действия. А тут еще и бандиты, и наемники подстрекают к неприятностям. Нет, а тут и бандиты, и наемники сеют смуту. О, так лучше. Если я хочу выбрать самый безопасный маршрут, то я должна пройти через Грагмаг. Но это означает пройти через горы. Но это означает такие большие расходы. Ну ладно. Хаппи думает, что уже была здесь, но точно не помнит. Но она точно ничего не узнает. Кажется, что все старые друзья Хаппи тоже умерли. Наверное, ей стоит просто забыть об этом месте. Окей. Я не могу раскрыть свою личность по разным причинам, но могу сказать, что я сбежал из Фергуса. Я присоединялся... Да, я присоединился к каравану и отправился сюда. Я знаю, что встретил бы свой конец на поле боя, если бы остался в королевстве. Это работа воина. Не так ли? Как моего отца. И моего дяди тоже. О, ребят, это же сын, который сбежал и должен был, скорее всего, использовать эту реликвию. Да, Симон, Симон. Вот он где. Все, что могу я... Все, что я могу сделать, это молиться о мире. С помощью своих песен. Понятно. Симон, сейчас ты пойдешь в бой с нами. Как тебе такой расклад? Я рада, что нам не пришлось сражаться против моего приемного отца и всех остальных членов Альянса. Но мы никогда не помиримся с королевством и центральной церкви, не так ли? Они, возможно, наши враги, но они все еще люди. Мне неохотно лишать жизни тех, кому я не испытываю никаких неприязней. Или к кому я не питаю недоброжелательности. Суева.
Эй, тебе не кажется, что в нашем лагере бегает необычное количество кошек и собак? Ты не думаешь, что они, возможно... Да не, этого не может быть. Не бери в голову, неважно. Стоп. Те, кто скользят во тьме, превратились в кошек, они же могут. И собак. О, господи. Знаете, а в этом вообще-то что-то есть. Я всегда обращаюсь к Монике, когда не знаю местонахождение ее величества. Многие люди так делают, не так ли? Но, эй. Откуда она все знает? Она сталкер. Я бы не прочь спросить Хьюберта, но его еще труднее найти. Ну, и это немного пугает. И ни ее величество, ни Моника понятия не имеют, где он может быть. Разве это не забавно? Альянс хорошо сражается и на данный момент не отстают от Империи. Поэтому до сих пор мне удавалось избегать чувства стыда. Однако, спросить, не беспокоится ли он. Спросить, что он имеет в виду под стыдом. Знаете, тут не хватает во всех вариантов третьей, ну, короче, дополнительную опцию. Остановить диалог и избежать, или как-то, как-то так. Типа, забить на все и свалить. Так, стыд, что ты имеешь в виду? Я полагаю, что это данность, которую простолюдин с легкой жизнью не понял бы. Че? Не. Что мы должны сделать, чтобы достичь победы над таким яростным противником? Я говорю о твоей следующей цели. Хочу быть как можно более полезным для тебя. Ведь мы партнеры по судьбе. Не нравится мне это, если честно. Одной силы будет недостаточно. Мы также должны быть умны. То, что он так часто в последнее время повторяет слова... связаны с судьбой и так далее, беспокоит. Видеть, как люди убивают, в бою, очень грустно. Не важно, друг это или враг. Тем не менее, я рада, что не привыкла к этому настолько, что это никак не влияет на меня. Сказать, что вы привыкли к этому. Сказать, что вы никогда к этому не привыкнете. Ну, что скажете, ребят? Второй.
Да, именно так все и происходит. Я уже давно наемник. Но к этому никогда не привыкну. Ты уверен, что говоришь это не для того, чтобы мне стало легче? Но все равно спасибо. Количество дворян, лордов-дворян без гербов в империи неуклонно растут. Я слышал, что в королевстве практически нет лордов без них. Единственное исключение — это барон Доминик. В его поколении не было носителя герба. Однако его наследница имеет герб. И кажется, если я что... Однако его наследник имеет герб. И кажется, также его племянница Аннет. А он про Симона еще. Так, листья. Чем ближе мы подходим к окончанию этой войны, тем больше вероятность того, что они сделают шаг. Если их цель является распространение хаоса по всему Фолдуму, то тогда да. Спросить, кто они, угадать, кто они. Ну, тут очевидно. Да, такое чувство, как будто эта глава реально предпоследняя. Или последняя. Как я понимаю, в этой главе вот мы разберемся с Аннет и его ее семьей, так сказать. А потом уже Димитрия будем валить. И что-то я боюсь, что Аннет, хотя учитывая, что отец сказал Аннет, и Аннет ответила, может быть, нам все-таки дадут ее вербовать. Ты имеешь в виду те, кто скользят во тьме, верно? Да. А, точно, еще Рэя. Да. Мы не можем сказать, когда они сделают свой ход, поэтому, пожалуйста, будь начеку. Ну, тогда, скорее всего, сейчас разберемся с Димитрием, а потом уже с Рэй. Рэй, очевидно, будет напоследок. О, господи. Это прекрасный смех. Наконец-то амбиции ее величества вот-вот станут реальностью. Это означает, что и мои собственные мечты скоро станут реальностью. Как позитивно, волнующе. Выразить свои сомнения, поздравить ее. А, ну Констанция и Эдельгард я сам выбираю. А вы все равно можете написать в чате, чтобы вы выбрали. Сука. То, что Эдельгард достигнет своих амбиций, не обязательно означает, что твои мечты станут реальностью. Я очень хорошо знаю. Я просто наслаждаюсь моментом. Но я верю в то, что госпожа Эдельгард увидит. Нет.
Я верю в то, что госпожа Этельгард позаботится о том, чтобы мои желания воплотились в жизнь, без сомнений. Ну, как говорится, любишь, значит, нужно троллить. Я знаю, что война приносит жертвы. Но идя вперед, не хочу предотвратить их настолько, насколько это возможно. И я имею в виду обе стороны. Хотя я сомневаюсь, что это будет так легко. Кивнуть или же пожать плечами. А, стоп, это же Эдельгар. Я сам выбираю. Да. Было бы намного легче справиться с этим, если бы мы могли просто думать об убийствах, как о части нашей работы. Возможно, наш единственный вариант рассматривать как необходимые жертвы ради лучшего будущего. Ну что ж, теперь, когда мы сотрудничаем с Альянсом, линия фронта никогда не была такой стабильной. Я уверен, что если мы будем продолжать неуклонно и с хладнокровием идти вперед, то королевство и рыцари Сейроса падут. Проблема в том, что я сомневаюсь, что они будут довольствоваться тем, чтобы стоять в стороне и наблюдать. Спросить, кто они, угадать, кто они. Ну да, ребят, финишная прямая, походу, все-таки. Еще несколько глав осталось. Ты имеешь в виду тех, кто скользят во тьме, верно? Именно. Поскольку Талос таинственно исчез, мы остаемся в невидении относительно его действий и передвижений. Мы должны быть настороже. Да-да. Мы должны закончить эту войну с королевством до наступления зимы. Настоящая зима только что закончилась. Настоящая зима только что закончилась, когда мы возобновили боевые действия. Но мы можем ожидать еще многих задержек в будущем. Окей. Я слышала, что штаб-квартира центральной церкви находится в Камулусе. Мы бывали в этом месте, ребят? Находится к югу от Фердида. Хотя я не уверена, где сейчас Рея. Она, скорее всего, в Фердиде. Или же она, вероятнее всего, прячется в Камулусе. Ну, второй вариант очевиден.
Зима близко. Да. Может быть, она скрывается в церкви Камулуси? Не уверена. Она намного крепче, чем кажется. Так, почти закончили. Интересно, не слишком ли поздно положить конец всем этим битвам? Просто воевать со всеми в королевстве, это, ну, я даже не знаю. Если дом Доминик возглавляет силы Фергуса, то Ани определенно будет в бою. Я ни за что не могу причинить ей вред. Она моя лучшая подруга. Мы были вместе целую вечность. Найти решение. Отбросить ее опасения. А что если ты придумаешь способ, как победить в бою, не убивая ее? А это мысль. Надо посмотреть, что я могу сделать. Отлично, все. Аню будем вербовать, ребят. Кто соскучился по ней? Ой, нет, там книга. Нет, зачем я ее увидел? Сделаю вид, что не видел. Лунато приказал моим братьям и сестрам укрыться в империи. Надеюсь, с ними все в порядке. У меня почти не было времени, чтобы написать им. Самый старший из них был так поражен, когда я стал рыцарем. Он был счастливый всех остальных. Меня пугает мысль о том, что будет... Нет. Меня пугает мысль о том, будут ли они по-прежнему гордиться мною после всего, что я сделал. Нет, не будет. А, ладно, ребят. Тут всего лишь 5 страниц фигни. Так. Набор иллюстраций. Давайте почитаем. Краткое содержание. Акт 1. Леора. Деревенская девушка Адрасти. Оказывается, затерянный в глухом лесу, покрывающем... Нет. Который охватывает горы Огма. Пробираясь через таинственный туманный лес, она встречает причудливое и гигантское существо. У него один длинный рог, и он напоминает одновременно виверну и пегаса. То есть это сейчас было описание картины, да? Отлично. Краткое содержание, акт 2. Леора убегает от гигантского существа, но снова теряется в кажущемся волшебном тумане. В конце концов, из тумана появляется таинственный мальчик и начинает с ней говорить. «Мой дом находится прямо впереди. Ты можешь там отдохнуть». По-моему, я видел хентай, который также начинается, да. Так,
Краткое содержание, третий акт. Лиора начинает жить в доме мальчика глубоко в лесу. Он искусный охотник и способный кузнец. Вскоре Лиора влюбляется в него. Она еще не знает, что ее ждет воссоединение с гигантским существом, от которого она бежала. Краткое содержание, четвертый акт. Узнав правду об этих лесах, Лиора глубоко встревожена. Мальчик видит это. Краткое содержание постановки оперной труппы Metal Frank. А, вот что это. А можно продолжение? Нет. Блин. Из этого можно было сделать интересное задание. Там главный герой засыпает. Слушай, и видит вот это. Эрастов. А продолжение в другом замке. Ладно, продолжаем читать. Король Димитрий. Должно быть действительно невероятно сильным, верно? Если мы в итоге столкнемся с ним, я хочу... кусочек его. Я никогда не встречал врага, которого не мог бы разбить своими кулаками. А, ну, за исключением Хольста. Так, стоп, нет, подождите, вообще-то еще графа Берлица еще. Ладно, неважно. Я уверен, что смогу справиться с Димитрием, так что вперед. В северной части королевства у нас есть Готи, Лордариус, Харон, Дафну. Все эти дома произошли от 10 элит. Их верность дому Блейдоду, по большому счету, является твердым, как железо. Для сравнения, у дворян в этой области низкий моральный дух, что делает их достаточно легкими в обращении. Это звучит странно, ну ладно. Дом Доминика — единственное исключение, хотя их территория уже находится под контролем Империи. Они также являются потомками 10 элит. Их лорд и его семья сбежала, но я слышал, что другие дворяне вытащили их и пытались заставить сражаться. Лейси, пепельный демон, довольно грозный воин. Действительно досадно, что у меня больше нету возможности убить или быть убитым кем-то подобным. Ну, в другой вселенной, Ерица, в другой вселенной. В последнее время у меня появляется это чувство. Я действительно очень рада, что родилась в Империи. Всякий раз, когда мы сражаемся с королевством, я не могу не думать о том, как им приходится нелегко. А что насчет Альянса? Вообще-то Империи тоже нелегко. А что ты думаешь об Альянсе? Похоже, звучит так, как будто ты обдумывала этот вопрос.
Да не об этом я сейчас говорю. Ладно. Многочисленные места в этой области связаны со святыми. Кто-нибудь уже объяснял тебе это? Побережье Родос на севере почитает святого Цихола. А на юге находится озеро Тевтатес, которое является священной землей святого Эндеха. Или святой Эндеха. Я из-за какого не помню. Я бы поехал к ним, если бы не был в армии. Жизнь просто несправедлива. Предложить быструю поездку. Или же выразить свое сочувствие. Разве ты не можешь просто заскочить и взглянуть? Эти места не так же далеко. А ты со мной пойдешь? Мы, вероятно, могли получить разрешение, если бы это сделали. Да, давай сделаем это. Нет, не сделаем. Если наше сражение дальше будут проходить гладко, то однажды мы сможем увидеть Пердит. Ты мечтаешь о том, чтобы снова исследовать город? Ты ведь понимаешь, что мы бы... Ты ведь понимаешь, что мы идем туда сражаться? Напомнить Игнату быть сосредоточенным. Сказать ему, что он может исследовать это место, когда мы победим. Так. Ой! Ладно, ребят, забейте, я случайно нажал. Палец соскользнул. В его словах есть доля правды, Игнат. Это будет тяжелая битва. Тебе нужно оставаться сосредоточенным. Да, ты прав. Ну, хорошо. Я собираюсь взять себя в руки и направить все свои усилия на сражение. А я буду рядом, чтобы защитить тебя. И ты сможешь пойти там прогуляться, когда мы победим. Упс, палец соскользнул. Персонаж умер. Не, ну я серьезно, это я не специально нажал, случайно. Так, ну все. Ну что ж, дальше тогда сражение. Но для начала небольшой перерывчик.